Итак, хочу еще раз рассказать о том, что значит стоимость. Я считаю, что мужчина, который может просто так пригласить женщину и просто так с этой женщиной переспать, я считаю, что такая женщина в дальнейшем ухудшает свое материальное благополучие, так как ее стоимость очень снижается. И те мужчины, которые будут в ее жизни попадаться, это будут мужчины, которые будут видеть в ней очень доступную, ну и, как правило, бесплатную женщину. То есть не захотят в нее вкладывать. В этом особенность женщины. Нельзя делать просто так. Женщине категорически, катастрофически нельзя быть доступной. Таким образом, вы можете воспитать целую культуру, благодаря своему примеру. Женщины, которые не дают возможности мужчине быстрых отношений, эти женщины в дальнейшем достаточно хорошо сами реализовываются, у них жизнь складывается совершенно по-другому. Не получается, не нравится то, что я говорю, это не имеет никакого значения. Женщина не должна быть доступной.